За считанные минуты автомобиль, в котором, по легенде, пострадали люди, разбирается на части. В борьбе за чужие жизни работники спасательной службы нередко рискуют своими. Чтобы не оступиться, каждый шаг должен быть тщательно спланирован. Необходимо отключить аккумулятор, ликвидировать разлив ГСМ, если такое случилось, обездвижить автомобиль, чтобы он не перевернулся, ограждение выставить, чтобы никто, как бы, если это на дороге происходит, чтобы машина тебя там не сбила мимо проезжающая. После этого, как все эти операции ты выполнил, можешь начинать работать. Участниками праздника стали более 30 госучреждений и коммерческих компаний, которые работают в сфере охраны труда, производственного контроля, организуют профильное обучение, разрабатывают средства защиты. На первом празднике концерт, дефиле в спецодежде, показательные выступления пожарных. Но не всегда опасность очевидна и ярко выражена, как, к примеру, огонь. За уровнем вибрации и ультразвука специалисты по охране труда следят с помощью вот такого прибора. Для самих же рабочих угроза здоровью и жизни может быть незаметна. В таких случаях спасает техника безопасности, которую соблюдают далеко не все. Люди зачастую не используют средства индивидуальной защиты. То есть, если, например, на каком-то производстве действительно очень шумно, есть превышение, людям выдают беруши либо наушники, они просто говорят, нам неудобно ими пользоваться, да? Людям выдают защитные очки, они ими не пользуются. И это чревато травмами и профессиональными заболеваниями. За последний год в городе на производстве пострадали около 500 человек. В группе риска – монтажники, слесари, электромонтеры, строители. Безопасность рабочих зависит от условий труда и от концентрации их собственного внимания. А чтобы хорошо работать, люди должны иметь возможность хорошо отдыхать, уверен глава администрации Олег Фурсов. Работа в направлении создания хорошего настроения, создания условий для работы трудящихся не должна останавливаться только на том, чтобы повышать требования в сфере охраны труда. Необходимо больше заботиться о качестве отдыха наших людей. И вот нами принято решение восстанавливать постепенно все те турбазы, которые в большом количестве существовали лет 20-30 назад в нашем городе, чтобы простой человек мог в них оздоравливаться, отдыхать, получать хорошие эмоции и в дальнейшем качественно и производительно, эффективно работать на благо развития нашего города. Глава администрации вручил награды представителям компаний, достигших успеха в сфере охраны труда. Праздник, посвященный трудовой безопасности, планируется сделать традиционным. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».